прокачать свои навыки.
Я раскрыта! О чем? Наверное, это о нем я слышала от Азерана. Добравшись до Ядра, я соберу достаточно данных для перехвата новых машин. Пригодится в бою. Thank you.
электричеством ее можно пробивать долго. Я смогу ее взломать и открыть. Назад пути не будет.
должны выдержать. Надо спускаться. Кабель вроде довольно крепкий. Кажется, идея была не очень. Ну вот опять! Если удастся взломать узел у провала, можно будет перебраться.
против. Проклятие. Снова машина. Нужно найти подход. Почему бы не прокатиться на ту сторону? Нужно попасть в защиту. Дать момент, можно попробовать залезть.
Ее надо бить кислотой. Эти транспортеры приблизят меня к ядру. Но как до них добраться?
смогу догнать. Сюда добралась. Осталось еще совсем чуть-чуть. Скоро придется спрыгнуть с этой штуки. Эти руки помогут попасть к ядру. Осталось до них добраться. Я приближаюсь к ядру. Момент. Получилось. Еще разок. Не видела, чтобы машины так хранились. По крайней мере, они выключены. Вот и ядро. Нужно получить к нему доступ. Thank you.
Очевидно, без боя блокираторы не получить. Похоже, Гефест поработал над системой безопасности котла.
Теперь я смогу перехватывать новые виды машин. Хотя бы на время. Теперь я могу приручать
Хорошо, что ты здесь, странница. Я Джакс. Отряд Тенакт укрылся в той пещере. Думаю, они в беде. Как минимум один ранен. Я хочу им помочь. Но Тенакт могут воспринять это как оскорбление. Даже если они в беде. Поможешь мне? Ты говорила перед хором. Я знаю, как ты умеешь убеждать. А если ситуация накалится, вместе мы будем сильнее. Помогу, чем смогу. Лагерь принадлежит орлам. Уходите или умрите. Спокойно, Орел. Я пришел не драться, а для переговоров. Ты знаешь этот знак? Мы войдем поговорить. Пока все хорошо. Далековато мы от пустыни, а? Этот парень не ослеп? О, какая наблюдательность! Судя по всему, ваша тренировка пошла не по плану. Мы поможем, если хотите. Откуда у Тару известно, что мы проходили тренировку? Ему и знак переговоров известен. Он не у Тару и не Тенакт. Видимо, он ветеран. Ветеран? Разве они еще остались? Нам не нужна помощь от какого-то фермера. Как увидела вас, сразу так и подумала. Сестра, мне кажется, они хотят помочь. Пусть помогут. Ладно, что мы теряем? Вы проходите тренировку? Охота на машины. Последняя проверка перед началом несения службы. Все было хорошо. Мы выследили загонщика и атаковали. Но он скрылся в стаде сикачей. Он бросился прямо на Корре. Он сумел увернуться и ударил в ответ. Я попал в емкость с кислотой. Брызги обожгли мне глаза. Ужасная рана. Я не провела разведку. Не заметила стадо. Нет. Это я не заметил емкость. А кто такие ветераны? Я рожден Тенак, но был отдан Утару в порядке обмена. Обмена? Пока еды было много, Утару ежегодно отдавали ее Тенак ради мира между ними. Со временем это переросло в обмен людьми.
Тенакт нужна была молодежь для сражения в клановых войнах. А Утару получали ветеранов для обучения защитников Песни Долины. Я был таким воином. Ключевое слово «был». Тебе еще может пригодиться мое копье. Что вам нужно? Припасы. Сушеное мясо, боеприпасы, оружие, снаряжение. Куча еды для возвращения в пустыню. Все, что нужно, есть в речном дозоре. После разгрома там осталось множество трофеев. Разгрома? Оттесняя Карха обратно к свету пустоши, мы сделали все возможное, чтобы соколы усвоили урок. С вершины речного дозора шериф Кенира подстрелила многих Карха. Ее отряд собрал трофеи. Там они и лежат. Приходи и бери. Те места патрулируют смертоносные машины, а сама вышка вот-вот обрушится. Думаете, машины и угроза обрушения смогут помешать орлам? Нет. А вот ваши раны, да. Мы с Джаксом принесем вам припасы. Это наше задание. Я не поручу его каким-то... Хорошо. Идем с нами. Ладно. Вы трое останетесь здесь. Я вернусь. Будь осторожна. Руины в той стороне. Как только заберем припасы, все наладится. Как скажешь. Что это еще значит? Состояние твоего брата. Это тебя не касается, фермер. Как скажешь. Хватит повторять. Успокойся. Мы хотим помочь, помнишь? Как скажешь. Нужно будет пересечь реку и обойти лагерь странников на дороге. Чужаков. Здесь они странники, как и ты, Орел. Что-то не так? Я ненавижу сырость. Стойкость настоящего воина. Я все слышу. Мы на месте. Вход должен быть прямо под аркой. Это может пригодиться в бою. Холод тут не поможет. Эта машина привычна к морозу.
Надо поискать патрон. Машина. Я пошла. Нет, Элой первая. Делай, как она. Это была последняя. Я бы справилась. Я обещаю невыполнимого, Орленок. Я бы справилась даже лучше, если бы мне не приходилось прикрывать тебя, старик. Вот мне повезло. Надеюсь, фермер не растерял ведь свой боевой дух. Припасы там, наверху. Она выше, чем я думала. Что для орлов смертельно опасный подъем? Что ты хочешь сказать, старик? Хватит. Я хорошо лазаю. Я заберу припасы. Пошли. Посмотрим, нельзя ли с машин снять детали. Покажу тебе пару фокусов. Что фермер может знать о сборе трофеев? Лишь то, что приходит с многолетним опытом, которого у тебя нет. Так, нужно найти вход в эти руины. Уже это подвал. Надо как-то подняться выше.
Ящик с припасами должен быть наверху башни. Но как туда забраться? Дерево прогнило. Его можно проломить чем-то тяжелым. Если попаду в нужное место, все обвалится. Отлично. Те припасы, что нужны Соколе. Продолжу поиски. Thank you.
прочь еще подрать. Удивительно, как молодые умудряются выживать. Не буду их трогать. Стебли металлического цветка. Но они не перекрывают путь наверх. Ненадолго. Ни минуты покоя с этими детишками. Джакс и Сокора в беде. Надо догнать их. Thank you.
похоже на нужные припасы. Thank you.
надо скорее помочь разобраться с машиной. Не хочешь, чтобы мы веселились без тебя? При себе. Атакуем все вместе. Джакса Сахара. Пока отправлю в хранилище. Хороший бой. Хотя лучше бы ты не провоцировала эту штуку. Что ты нашла? Практически ничего. Сакора, там еды примерно на один день. И еще сгнившие целебные травы. Должно было быть больше. Хватило бы на... Ты не собиралась возвращаться домой, да? О чем ты? Слепой Тенакт не воин. А если ты не воин? Тенакт убьют Корре, потому что он ослеп? Его ждет бой против машины. Говорят, это более достойный способ. Но все равно смертный приговор. Значит, ты собиралась забрать припасы и уйти жить в глушь? Я думала, их хватит на первое время. Им можно остаться в Песне Долины? В Песне Долины и так слишком много ртов. Хор не позволит этого. Возвращаемся? Я отведу ее обратно. Приходи к пещере, как сможешь. Огня она почти не боится.
Отмечу это место в визоре. Потом вернусь. До нее дошло. Неплохо.
Перед уходом стоит еще осмотреться. Вдруг что-то найду. Сказать, что я не смогла. Скажи правду. Просто как есть. Элой, мы собирались заходить. Так что ты им скажешь? Придется терпеть. Пытаться жить в глуши без припасов. Это нелегкая жизнь. Все лучше, чем дать им убить Корры. Должен быть другой способ. Мне он неизвестен. Ну что, принесли припасы? Тайник был пуст. Но мы без них справимся. Вы не должны голодать из-за меня. Просто уходите. Нет! Джакс, ты сказал, всем им не позволят остаться в Песне Долины, но... Что насчет... Я не оставлю своего брата! Там он будет в безопасности. А вы вернетесь домой. Это единственный выход. Кору не понравится. Но если я поручусь за паренька, буду делиться с ним едой, я смогу их уговорить. Я готов, если Кора согласен. Нет! Я его не отдам! Сокора, думаю, это лучший выход. Для вас я буду обузой. Я этого не хочу. Разреши пойти с ним. Разрешаю. Запомни, для нас это не конец. Я приду в Песню Долины, и ни один Утару или Тенакт меня не остановит. Им не стоит и пытаться. Я останусь и помогу им собраться, а затем отведу Коры. Ты проявила силу и мудрость. Редкое сочетание. Я тебе благодарен, как уверены они.
пигмент неплохо ложится на броню. Новые нагрудники для авангарда? Ты сказал, что это лучшие собиратели во всей жиле. А ты сказал, что тут будет куча артефактов. Разве я не нашел вот это? Это поднос. Клянусь солнцем! Даже самые умелые мастера в Меридиане не добились бы такой симметрии. Интересно, что притечи на нем подавали? Морепродукты? Закуски? Это поднос! Ты еще кто? Рушавейт, ты и солнце не узнаешь, если оно на тебя упадет. Это спасительница Меридиана, та, что видит невидимое. Ты пришла за ними, да? За чем? Реликвии. В озере их просто тьма. Что-то грандиозное случилось тут в древности. Могу я взглянуть? Тут много данных. Может, за лекарем послать? Что бы это ни было, оно рассказывает о системе мобильной защиты. О, так это крышка для защиты еды? Нет. Скорее речь о том, что может защитить тебя в бою. Где вы это нашли? На раскопках. Но там теперь целое стадо машин. И если они не исчезнут по волшебству... Мы уходим! Неужели тебя не тянет узнать, что здесь произошло? Может, и узнаем. Почему вы пришли именно сюда? Каждая экспедиция начинается со слухов. Когда-то Накт прогнали наших воинов с запада, вернувшиеся солдаты рассказали об озере, хранящим следы древних. Стоило мне услышать те байки, я понял, что тут будут кучи артефактов. Только эти байки не стали явью. Пока что. Пережди бурю, и наградой тебе станут лучи солнца. На востоке хватает руин. Почему вы решили искать так далеко? А, пока мои коллеги раз за разом обыскивают все те же руины, я нашел свой путь. Гендес Многословный. Я стал первооткрывателем тайн Запада. А, я прославлюсь подобно великому Араму. А ты не очень-то в это веришь. Я продаю знати артефакты. И моих благородных клиентов вряд ли привлечет какой-то поднос. Какой же ты дремучий. Все эти экспедиции нужно как-то оплачивать, а мы все еще не нашли ничего, что покроет издержки! Значит, на раскопках вас атаковали машины. Это был кошмар. Когда мы прибыли сюда, все было тихо и спокойно. Я заметил отблеск в воде и рванул туда. Нашел этот поднос. Он настолько очаровал меня, что я не заметил подступающей машины. Я едва ноги унес. Я все видел. Ты сразу побежал очень быстро. Конечно! Ты-то был на безопасной дистанции! Так или иначе, я надеялся, что Азирам с ними разберутся. Это же вроде лучшая поисковая команда во всей жиле. Они лишь начали ныть о доплате за опасность. Ха!
Размечтались. Сперва нужно найти обещанные сокровища. Где ваши раскопки? Думаю, искать информацию об этой системе защиты нужно именно там. Может, выясню, что тут произошло. Тут совсем недалеко. Иди на запад, к озеру. Я знал, что мы не просто так встретились, спасительница. Представляю, какие еще истории ты принесешь, когда еще раз осмотришь озеро. Надеюсь, правдивые. Сегодня само солнце осветило наш путь. Пока мне не заплатят за рейс, я никуда не пойду. На их землю пришла какая-то болезнь, и мне чего есть. Здорово, а что ты собирался у них купить?